Хоккейная команда «Севмаш» вновь на пьедестале. На сей раз «Северодвинская дружина» завоевала бронзовые награды турнира в Мурманске. В турнире по хоккею с мячом «Праздник Севера» приняли участие местные команды «Автомобилист», «Строитель» и «Электранс», а также «Севмаш», клуб «Боровичи» и сборная «Мончегорска». На групповом этапе наши хоккеисты потерпели обидное поражение на последних минутах от «Строителя» 5-4 и уверенно разобрались с «Электрансом» 9-2. В полуфинале наша команда уступила будущему победителю, мурманскому «Автомобилисту», 3-7 и сражалась только за бронзу. В матче за третье место «Северодвинцы» взяли реванш у обидчиков по группе команды «Строитель» со счетом 3-2. В финале «Мончегорск» уступил «Автомобилисту» с таким же счетом